Вода в трех районах Самары не соответствует санитарным нормам. Это Куйбышевский, часть Кировского и Красноглинский. Однако в регионе уже действует областная программа по обеспечению населения чистой питьевой водой. И некоторые положительные результаты она уже дала. Но обслуживание очистных сооружений обходится недешево, да и природные свойства воды оставляют желать лучшего. Жесткость повышена. Природное качество воды у нас, подземных особенно водозаборов, природное качество воды, оно не отвечает санитарным правилам по жесткости, по минерализации. Это обусловлено солевым составом воды. И сегодня нету технологических, доступных в широком применении технологий, чтобы снижать минерализацию воды. На водозаборах такой мощности, как в Самаре, Тольятти, там, Отрадном, Новокубинске, Чапаевске, наверное, это недостижимо, потому что стоимость, как я всегда говорю, золотая вода будет. Мы же воду покупаем, там, пол-литровая бутылочка 40 рублей.